Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые идеи, интересные сюжеты, новые эскизы. Оставляйте комментарии. Так, и осталось еще сделать тень от крыш домов. Для этого возьму коричневый и коричневым покажу эту тень. Вот здесь то, что не подсвечивается луной, здесь будет показано вот таким способом. Также нужно показать металлочерепицу вот таким способом, такими небольшими мазками. Кирпичную кладку показать в шахматном порядке. Дальше здесь котами будет тень тоже. И здесь тоже затемняем коричневым. Если видео вам понравилось, поделитесь этим видео с друзьями. Буду очень благодарна. И рисую мордочки котов. Здесь на маленьком формате можно и не рисовать их. Поэтому лучше вот так стереть все. И подписываем работу. Еще свет от луны покажем вот здесь, там, где он будет виден. Чтобы ваша картина казалась объемной. И свет на металлочерепице мы сейчас покажем светло-коричневым оттенком. Вот так. Посмотрите, что получилось. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Сейчас попробую выйти, чтобы ничего не нарушить. Так.